цвета разные, чтобы были там черный, потом еще белый алмаз. И белый, черный. Или вообще тонкий слой прямо глину вот раскатать, тонкий-тонкий, и приклеить его. You can also take a very thin layer of clay, just anywhere, and just put it on and then dry it, and then we'll expand it. Все, теперь мы не касаемся верхнего, наружного слоя вообще. So you don't touch the upper, like outside part at all. Это для суккулентов прикольно, вот всяких там кактус, шмактус.